Цепочка с подвеской Аяна, посеребряная. Второй раз заказываю. Первый раз пришла мне эта цепочка, я ее продала. Второй раз пришла подвеска. Вот этот розовый у нас кулончик. Он был просто оторван от основания. Пришлось мне его склеивать, и теперь придется мне самой эту цепочку носить. В таком виде по-любому я ее продать не могу. Первый был удачный заказ, второй неудачный. То ли она в дороге разбилась, то ли такую мне и положили. Раньше еще в каталогах видела я серьги такие Аяна. Но сейчас бы я взяла себе к набору, но пока их нет. Так, цепочка симпатичная такая. Неплохая. Если бы не этот брак, все было бы нормально. Цепочка с подвеской знака зодиака. Я взяла себе скорпиона. Посеребряная цепочка. У меня также заказывали лев, стрелец. Ну вот моя осталась. Скорпиончик такой. Кулончик небольшого размера. Тоже цепочка с запасом идет. Могу сказать про нее, что она не длинная. Двойная позолоченная цепочка с двумя кулончиками. Один кулончик идет, это буква, какая вам нужна. Я заказала себе букву L. Второй кулончик у нас идет, это знак Сури. Цепочка сделана под золото, переливается очень красиво на солнце. Также имеет две застежки, можно отстегнуть одну от другой и сделать две отдельных цепочки. Ну, я так думаю, что вот так вот двойная смотрится симпатичнее и богаче. Очень много клиентов мне заказывали эту цепочку с разными буквами. Поэтому, когда она была в продаже, я делала очень много заказов с разными буквами. Серьги Катарина. Шли они в наборе. В наборе шла три пара разных сережек. Вот это то, что у меня осталось. Они были разных рисунков. С одной стороны эти серьги белые. С другой стороны, они черные. Вот еще один вид сережек Катарина из набора. Правда, одну серьгу у меня ребенок умудрился сломать. Манекену уши прокалывала. Хотела посмотреть, как на кукле эти серьги будут смотреться. Ну и в итоге теперь на выброс. Серьги-капельки, голубой циркон, были разных цветов, ну вот я решила взять вот такие голубенькие, мне голубой цвет нравится, очень симпатичные, шли вот в такой милой коробочке, подарочной с бантиком. Хочу показать вам вот такие миниатюрные браслетики, которые тоже я приобрела в наборе. В наборе шли три браслета. Третий браслет я подарила. Он был голубой, такой очень самый, наверное, симпатичный. Но эти оставила себе. Они хоть маленькие, но довольно-таки приятные.
серьги Пипа. Ранее показывала вам кольцо Пипа, сейчас показываю серьги. Купила я их вместе с кольцом в одном каталоге. Очень такие симпатичные, посеребряные. Вот такая у них идет застежка.